Подведем итоги 1 апреля. Тани Бергена, Дани Капарова и Миржана Турибаева назначили акимом города Кокшетау. Троих. Сразу. Затем Касым-Жомарт Токаев ушел в отставку, и к власти пришла Дариға Назарбаева. Затем Токаев вернулся и перевел столицу из города Нур-Султан в город Алматы. В это время Кадыров собрался ехать в Айыртауский район Северо-Казахстанской области. Пока шел этот кипиш, какие-то пацаны нашли в центре Кокшетау какой-то яд. Граждане начали массово применять своим фамилиям приставки «Нур». Короче, дорогие друзья, 1 апреля это Fool's Day. Переводится как «День дурака». Не будьте дураками. Вот она пришла весна, как паранойя. В грудь попал, любви запал, будет взрыв. Вот она пришла весна, как паранойя. Прозвучал весны сигнал, все в отрыв.